В общем, так, мои дорогие телезрители, сегодня я хочу вам сказать, что наш день подошел к концу, и я просто сейчас смыла косметику, поэтому выгляжу вот таким образом. Вы не пугайтесь, завтра буду совсем другая, очень красивая, очень такая. Вот. А сегодня хочу пожелать всем спокойной ночи, хорошего дня, позитивчика по жизни, конечно. Вот. Так что не переживайте.